Ширли Темпл в фильме «Безбилетник» при участии Роберта Янга и Алисы Фэй. В фильме также участвовали Юджин Паррет, Эллен Уэстли, Артур Тритчер, Алан Лейн, Джордж Эдвард Бромберг и другие. Режиссер Уильям Сейтер. Санчоу. Как управляющий этой деревни, я считаю своим долгом предупредить вас о том, что банда разбойника Хичуна напала на деревню. Спасибо за информацию. Мне собираться? Нет. Но, Альфред, мы миссионеры. Судьба забросила нас сюда, чтобы бороться со злом. Мы не можем сбежать от опасности. Вы позволите вести маленькую Чин-Чин на время? Барбара останется с нами. И я не хочу, чтобы вы называли ее Чин-Чин. Господин Крюкшанк, вы вправе так поступать, как считаете нужным. Но Чин, Барбара всего лишь ребенок. Ее родители были моими друзьями. Я знаю. Но они не убегали во время опасности. Нет, не убегали. Но они были убиты. Пожалуйста, Альфред. Я решил. Говорят по-китайски. Приветствую тебя, благородный Сан-Ло. Приветствую тебя, Чин-Чин. Да будет ваше счастье всегда таким же длинным, как вечерняя тень. Спасибо. Да не покинет птица благоденствия гнезда вашей деревни. Я надеюсь, вы не забудете высказывания наших мудрецов. Я никогда не забуду, чему вы меня учили. Для меня было большой честью учить дочь моих друзей, ваших отца и мать. Дружба — это древо спокойствия в мире неприятностей. Да. Поэтому мое желание защитить вас от неприятностей, которые скоро могут произойти здесь. Какие неприятности? Плохие люди. Они будут грабить и разрушать. О, я просил Чанга, чтобы он отвез вас к моему брату в Шанхае. Шанхай? О, это замечательно. Я помню все красивые истории моего папы о нем. Но я боюсь, нам придется спросить разрешение господина Кроикшенка. Вы знаете, он очень строг со мной. Не волнуйся об этом, малышка. Я все ему объясню за тебя. Объясните? О, благодарю вас, великодушный Сан-Ло. Прощайте, мой маленький друг. Мы очень скоро увидимся. Память о вас будет цвести подобно цветку в саду моего сердца.
Шанхай. Я знаю, что ты голодный, но перестань лаять. Твой животик тебя все равно не услышит. Где Чанг? Чанг? Я думаю, что он пошел за завтраком. Ты тоже, наверное, хочешь, правда? Эй! Эй! Говори по-китайски. Как сказал Санло, нельзя есть золото, но без него не поешь. Пойдем, мистер Ву, поищем что-нибудь поесть. Нет, нет. У вас есть кто-нибудь, кто говорит по-английски? Я хочу сделать покупку. Голова дракона. Голова. Правда, не знаю, зачем она мне? Смотри, я хочу купить голову дракона, ты понимаешь? Посмотри. Дракон, голова. Понятно? Кто-нибудь понимает по-английски? Я понимаю, мистер. Привет. Может, ты случайно знаешь и китайский тоже? Говорит по-китайски. Спросите его, сколько это стоит? Около $15. Нет, нет. Торгуется по-китайски. Что случилось? Он пытается вас обмануть.
Это стоит $5. Вот смотрите. А, да, точно. $5. Как говорится, Анло, вещи имеют две цены. Для глупых и для умных. Ты знаешь? Ты весьма разумный для своего возраста. Откуда ты? Я сбежал из Санчоу. Нет, я хотел спросить. Ну, хорошо. Я думаю, мы просто по-разному говорим на этом языке. Ты настолько очаровательна, что мне хотелось бы поблагодарить тебя. Итак, что тебе хочется? Скажи, что тебе хочется? Суповую косточку. Что? Суповую косточку. Для моей собачки, она очень голодная. Ты никогда ничего не добьешься в жизни, если будешь думать о костях. Что бы сказала твоя мама, если бы я пригласил тебя поехать за косточкой? У меня нет мамы. Оу. Но твой отец или семья? У меня нет никаких родственников. У меня нет даже Чанга. Кто такой Чан? Он привез меня из Санчоу, а потом убежал с моими деньгами. А, так девушка попала в беду. Это моя профессия. Хорошо. Когда поедем ко мне завтракать? И ты сможешь рассказать мне обо всем. Спасибо, но я не могу вас позавтракать. Почему? Я никогда не завтракал в компании. Меню, пожалуйста. Меню вон там. Нет, это мне не по зубам. Это по-китайски. Ну, хорошо, закажи что-нибудь для мистера Ву и для дяди Томми. Хорошо. Говорит по-китайски. Это будет достаточно дорого стоить. У вас много денег? Я бы сказал, более чем достаточно. Я заказала две косточки. Вы живете здесь, дядя Томми? Нет, только сегодня. Мой корабль отплывает вечером. Едете домой? Нет, просто путешествую. Нигде не живу. Должно быть, вы тоже сирота. К сожалению, нет. Вы хотите сказать, что не любите ваших папу и маму? Я думаю, мы чувствуем себя хорошо, когда между нами 1000 миль. В общем, если они находятся там, то я здесь безмерно счастлив. Так или иначе. Вот это тебе, мистер Ву. Вы весьма экстравагантный чин-чин. Спасибо. А что такое экстравагантный, дядя Томми? Это значит, что ты очень хорошенькая. Тогда я думаю, что вы тоже экстравагантны. Спасибо. Я обещал встретиться здесь с моими друзьями. Подождешь меня? Санло говорит, что терпение подобно богатству. Многие о нем говорят, но немногие его имеют. Санло, вероятно, хороший собеседник. Я не знаю, но поговорить он мастак. Привет, Томми. А, Томми, дорогой. Привет. Привет, Дора. Полковник, вы пили? Небольшой аперитив, коктейль с бренди. Да, господин. Принесите нам бутылочку чего-нибудь самого редкого. И побыстрее, я очень умираю от жажды. Да, господин. Черную марку или что-нибудь еще? Хорошо, мне не нужно. Что я слышу? Томас, гордость Рэндаллов, отказался от выпивки? Точно. Мальчик мой, ты здоров? Ну-ну. Это так, полковник. Я попал под влияние хорошей женщины. Мистер Ву, мистер Ву. Вернись сейчас же, мистер Ву. Мистер Ву.
Скажи, где же ты нашел эту хорошую женщину? Я не знал, что такие остались. Пойдемте, я вас познакомлю. Но учтите, я ее первый раз увидел. А как же мы? Нам тоже идти? Разумеется, пойдем. Запомните, ведите себя прилично, эта девушка весьма воспитана. Но разве я когда-нибудь заставлял тебя краснеть? Похоже, она заждалась нас. Хорошее поведение, нечего сказать. Она здесь. Почему бы тебе не залезть туда? Может, она глубже? Это забавно. По крайней мере, она не взяла машину. Хотя иногда они так делают. Она должна быть где-то здесь. Пойдемте, давайте продолжим. Когда найдешь ее, позови, мы будем в баре. Да забудь ты о ней. Рыбье место в море. Знаешь, это мне напоминает случай в Канзасе. Я встретил там одну малышку, очень симпатичную и очень скромную. Мистер Ву, тебе должно быть стыдно. Похоже на колыбельную. Китайскую колыбельную. О, мистер Рэндалл, сэр. Малыш Фонтлерой. Уходи, я не хочу с тобой разговаривать. Но ваша машина, вы должны ее погрузить на борт. Это приказ капитана, сэр. Все это из-за тебя, Эткинс. Вы такой бестолковый мотылек. Не думайте о других. Полковник, этот человек пьян. Пожалуйста, сэр, мы должны торопиться. Сэр. О, не ожидал от тебя, Эткинс, не ожидал. Ну что, Томми, не будем с ним слишком строги. У меня был когда-то дядя, настоящий алкаш. Это был просто кошмар. Сэр, пожалуйста, идемте. Ради меня, сэр. Все будет в порядке, но вы не должны так шуметь. Мы доставим тебя на корабль, а там шуми сколько влезет. Спасибо вам, но вообще-то я могу сам. Отлично, забирайся. Давай, Томми, забирайся, держи его. Нет, сэр, я не пьян, уверяю вас. Ты достаточно трезв, чтобы сесть за руль? Клянусь вам, сэр. Вперед! Клянусь, я что-то слышал. Держу пари, что это заяц. Кто здесь? Здесь кто-то есть, давайте поищем. Посмотри там за мешками, ты тоже. Проверьте за машиной. Стюарт! Стюарт! Мы нашли безбилетника в трюме, но он сбежал. Ясно.
Дженкинс, сообщите всем, кажется, на борту безбилетники. Есть, сэр. Войдите. Сюда, Стюарт. Да, мисс. Вам говорили, чтобы вы следили за безбилетниками на борту. Конечно, сэр. Отлично, если мы найдем хотя бы одного, я вас уволю. Возвращайтесь за посудой через полчаса. Заметь, ему было только 12. Ричард моментально отреагировал, и как думаешь, что он сказал Сьюзен? Можешь покататься на моем велосипеде, Джеральдина. Я, конечно, люблю спорт, но я должен быть джентльменом. Я просто думал, что тебе скучно. О, простите, мисс Хоуп. Ричард рассказал мне это уже 3 раза. Я это рассказал не потому, что Ричард мой сын. Я рассказал это потому, что тебе, как будущей жене, это должно быть интересно. Но, очевидно, я ошиблась. Запомните, Сьюзен, придет время, когда вы будете так же преданы Ричарду. Но я предан ему. Только вы демонстрируете свою преданность весьма оригинальным способом. Кто? Кто здесь? Помогите, помогите! На помощь! Что случилось? Там человек. Что происходит? Безбилетник. Он рычал на меня. Выходите. Выходите, или мы будем ломать дверь. Так-так. Бедная малышка. Мы напугали ее. Это она нас испугала. Как тебя зовут? Ты китаянка или американка? Что? По-английски я Барбара Стюарт. А по-китайски Чин-Чин. Что ты сделаешь здесь? Прячусь. Прячешься? Почему? Тот человек сказал, что я безбилетник. Хорошо, это так? Я? Может быть. А что такое безбилетник? Вы когда-нибудь забирались на корабль? Я не знаю. Ничего глупее я в жизни не слышала. Ничего не понимаю. Меня никто не понимает. Пожалуйста, не дерзи. Она не хотела этого делать. Так ведь, дорогая? Да, я не хотела. Что здесь происходит? Обнаружили безбилетника. Где он? Это она, сэр. Вот этот ребенок. Так это ты? Наверное. Она даже не знает, как попала на этот корабль. Что собирается делать с ней молодая леди? Я позабочусь о ней. Сьюзен, это же абсурд. С ней не будет проблем. Отлично, мисс Паркер. Приведите ее к нам после завтрака, и мы все обсудим. Возвращайтесь на пост, Дженнингс. Увидимся позже, безбилетник. Капитан, мы можем поместить это животное в какую-нибудь конуру? Они о нем хорошо позаботятся. Покормите его вкусным обедом. Конечно, я прослежу. Давай. Мы позаботимся об этом. Это не это, сэр. Это он. У меня никогда не было такого красивого платья. На корабельном складе их целая куча. Если испачкаешь, тут же найдем другое. Вы думаете, в нем я больше понравлюсь вашей маме? Мисс Хоуп не моя мама. Нет? Ну, пока еще нет. Смотрите. Да, я вижу. Время отвезти ребенка к капитану. В конце концов, любому милосердию есть границы. Что ты имела в виду, когда сказала, что не знаешь, как попала на судно? Это невозможно. Последнее, что я помню, как заснула в машине дяди Томми. Дядя Томми? Кто это? Рэндалл. Томми Рэндалл. Томми Рэндалл? Твой дядя Томми на этом корабле. Он здесь? Наверное, ты его племянница. Он так и остался большим ребенком. Я отведу тебя к нему, Чин-Чин. Сначала отведите его к капитану.
Хорошо. Конечно, это странно, если бы я не знал мистера Рэндалла. Доброе утро, капитан. Доброе утро, Эткинс. Мы хотим увидеть мистера Рэндалла. Мистер Рэндалл еще спит, сэр. Ну, по-моему, самое время для подъема. Мистер Рэндалл никогда не просыпается раньше 2 часов, сэр. Мне очень жаль, но это очень важно, потрудитесь разбудить его. Мистер Рэндалл очень рассердится. Скажите ему, что его хочет видеть симпатичная леди. Насколько я его знаю, это должно подействовать. Да, боюсь, что так, сэр. Не хотите ли присесть? Прошу прощения, сэр. Прошу прощения, сэр. Убирайся, Фаунтлерой. Прошу прощения, но вас хочет видеть молодая дама. Что? Молодая дама хочет вас видеть. Я думаю, что это очень важно. О, это очень плохо. Очень симпатичный, сэр. Что? Это уже не так плохо. И с ней ребенок, сэр. О, это плохо. Ее сопровождает капитан, и они настаивают, сэр. Это совсем плохо. Вот, пожалуйста, сэр. Что это? Ваша чековая книжка, сэр. Я не знаю, что вы задумали, но я вас прежде никогда не видел, и у меня есть свидетели моего местонахождения за последние 27 лет. Мистер Рэндалл. Дядя Томми. Чин-чин. Что это значит? Простите меня, мне ужасно неудобно, я еще не совсем проснулся. Что ты делаешь на корабле? Я безбилетник, но не по своей воле. Я ждал его в автомобиле, как вы мне сказали, но я вышел, искал тебя. Видите ли, начался дождь, поэтому я забралась в багажник. О, бедный ребенок. Извини, мне очень жаль, но мне нравится быть безбилетником. Это Сьюзен Паркер, мой лучший друг. А это тоже мой лучший друг. Как поживаете? Как поживаете? Вам не кажется, что она экстравагантна? Она восхитительна. О, спасибо. У вас очаровательная племянница, мистер Рэндалл. Вообще-то, я не совсем племянница Сьюзен. Он притворяется. А зачем? Так вы не ее дядя? Нет. Мы вчера встретились в Шанхае. О, Чин-Чин, ты же мне сказала. Но я не хотела говорить неправду. Я испугалась и надеялась, что дядя Томми поможет мне. Ну, разумеется. Прошу прощения, капитан. Я вам причинил столько хлопот. Я принимаю свою ответственность за нее и буду счастлив заплатить за ее билет. Нужно сообщить об этом ее родственникам. Она сказала, что у нее нет родственников. Фактически у нее нет дома. Но кто-то должен быть у нее в Китае. Я жила с мистером Крюикшанксом, но он не будет беспокоиться, если я останусь здесь. Кто такой Крюикшанкс? Это миссионеры в Санчоу. Запомните фамилию и свяжитесь с ними через американского консула. Я сам позабочусь о ней. Мне кажется, что мисс Паркер более подходящая компания для ребенка. Конечно, и мисс Паркер тоже. Наверное, тебе лучше пойти к мисс Паркер. Может быть, вы будете называть ее Сьюзен, как и я? Хорошо, я думаю, можно. Еще увидимся, Чин-Чин. И с вами, надеюсь, тоже, Сьюзен. Спасибо. До свидания, дядя Томми. До свидания. До свидания, дядя Томми. Да, каюта дяди Тома. Я не понимаю, Эткинс. Не понимаете что, сэр? Твое отношение к твоим обязанностям. Самая красивая девушка в мире находится на этом корабле, а ты это скрывал. Прошу прощения, сэр, но вам обычно не приходится напоминать об этом. Кто она? Мы встретили ее мать в понедельник ночью. Я встретил? К несчастью, да, сэр. Я? Я ничего себе не позволил. Позволили, сэр. Говори, Эткинс. Вы вылили бутылку шампанского прямо ей на колени, сэр. О, Господи. Oh.
Ладно, ладно, подойдите, Эткинс. Я уверен, что ты можешь лучше. Но ты даже не пытаешься. Мне показалось, что это очень хорошо, сэр. Может быть, вы что-то предложите, а я начну подражать? Ну что ж, посмотрим. Хочешь спать? Угу. Но еще нет 10, ты никогда не добьешься успеха, если будешь засыпать сразу после обеда. Прошу прощения, сэр. Но я думаю, что дети, как правило, рано ложатся спать. Ты правда ложишься спать в это время, Чин-Чин? Да. Эткинс, подготовь Чин-Чин ко сну. Я, сэр? Я в этом ничего не смыслю. Но я никогда. Но кто должен это сделать? Ну хорошо, я попробую. Пожалуйста, дядя Томми, мне нужно раздеться перед сном. Я всегда раздеваюсь перед сном. Жаль, я не могу о себе то же самое сказать. А теперь закрой свои глазки. Эткинс, колыбельную для мисс Чин-Чин. Что, сэр? Колыбельную. Ну, ты знаешь, как у Микки. Сэр, я не умею петь колыбельные. Ты самый бесталанный человек, которого когда-либо встречал. Ты что, не можешь просто спеть? Как же ты развлекаешь своих друзей? Я попробую, сэр. Отлично, начинай. Раз, два. Качается колыбель на верхушке дерева. Малыш в колыбели на верхушке дерева. О, нет, нет, пожалуйста, а то у нее кошмары будут. Может, у вас лучше получится, сэр? Спи, моя радость, усни. Что-то я не в голосе сегодня. Я умею петь колыбельную. Мне ее пела мама. Я вас научу. Забавно получается. Малышка должна петь самой себе, чтобы уснуть. Садись, Эткинс. Хорошо, Чин-Чин, начинай. Спокойной ночи, любимая. Мама убаюкает тебя. Спокойной ночи, любимая. Сказочный мир снов отведет тебя. Спи, усни. Глазки закрывай, скорее засыпай, моя драгоценная. Спокойной ночи, любимая. Даже куклы ложатся спать. Спокойной ночи, любимая. И плюшевые мишки засыпают. И твоя собачка крепко спит. Будь же умницей и ты. Засыпай, любимая, засыпай. Господь благословит тебя. Кто там? Это не я, шумела. Она заснула? Нет, нет еще. Но уже пора. Спокойной ночи, любимая. Спокойной ночи, тетя Сьюзен. Спокойной ночи, дядя Томми. Спокойной ночи, Эткинс. Вы были очень ласковы с ребенком, мистер Рэндалл. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Только не говорите, что вы тоже ложитесь спать в 10 часов. Позвольте вас проводить. Но до моей каюты всего 4 двери. Но все равно может кто-то встретиться по дороге, разбойники, головорезы, например. Девушкам небезопасно находиться ночью посреди океана. Как красиво. Да, красиво. И спокойно. Спокойно.
Все слишком прекрасно, вам не кажется? Лунный свет, отраженный в воде, звезды в небе, музыка. Да, все великолепно. И вы тоже. И я. И это называется романтикой. Только не для меня. Почему нет? Романтика подразумевает двоих. Мы сейчас вдвоем. Но не для романтики. Вы не видите, я занята. Это Ричард Хоуп, сын миссис Хоуп. Я знаю. Он встретит меня в Бангкоке. Там мы решили пожениться. А почему в Бангкоке? Он там живет. У него фирма по экспорту. Экспорту чего? Слоновой кости, обезьян, павлинов. Чего-то еще вроде этого. Он приехал сюда 2 года назад и много работал. Вы хотите сказать, что заняты уже 2 года? И не виделись с ним все это время? Интересно. Вы, наверное, весьма темпераментны. Ну, о Ричарде не могу сказать этого. Мы знаем друг друга с детства. Я вижу. Должен заметить, что это очень звучит лирично. Ну, может, и не очень лирично. Я, например, никогда не занят. Ну, вы понимаете. Но если бы я хотел быть занят, не продолжайте. Я читал о вас в газетах. Миллионер, плейбой, нарушил свои обещания. Я почти выиграл это дело. Она получила только 10 тысяч, хотя рассчитывал на 50. 10 тысяч долларов. Это больше, чем Ричард зарабатывает за год. Вы не должны себя ни в чем ограничивать. В конце концов, я не могу посодействовать, если вы презираете достаток. Вы когда-нибудь зарабатывали на себе на жизнь? Простите? Ну, знаете, работать за деньги, как большинство людей. Ах, работа, конечно. Мой отец работает вместо меня. Почему я должен отбирать работу у того, кому это действительно необходимо? Я готов пожертвовать собой во имя человечества, понимаете? Знаете, на кого вы похожи? Нет, но я, кажется, знаю, что вы имеете в виду. Вас нужно выставить в музее. Вы будете стоять в витрине на выставке о 20-х годах, с коктейлем в руке и в рубашке, исписанной номерами хористок. А еще на шее будет табличка «Плейбой перед катастрофой». Это будет иметь успех на Бродвее. Вас это, наверное, раздражает? Откуда вы знаете, каково мне пришлось, чтобы держаться в течение этих 6 лет? Вы должны повзрослеть. Это все, что я пытался вам сказать. Забудьте, что я сказал, по крайней мере, пока. Возможно, что под внешним лоском скрывается золотое сердце. Я так думаю. И оно переполнено чувствами. Спокойной ночи. Спойте. Тут только вы и я, и Китайское море. Но это песня о любви. Совсем неуместна для нас. Ничего, это всего лишь популярная песня. Не вы же написали эти слова. Если вы петь не будете, то буду петь я. Ваша взяла. Сьюзан! Спокойной ночи. Спокойной ночи. И вам тоже спокойной ночи. Спокойной ночи.
Проследите, чтобы это отправили немедленно. Да, мэм. Гонконг. Сколько мы простоим здесь, Спарсер? 12 часов, мэм. Вот это подойдет для девочки? Тебе нравится? Очень красивая. Хорошо, мы это тоже возьмем. Когда я вырасту, я хочу выйти замуж за такого человека, как вы. А вы, тетя Сьюзен? Когда ты вырастешь, уже не будет подобных мужчин. Это вымирающий вид мужчин, сорящих деньгами. Прекрасный нефритовый браслет для дамы. Спасибо, не надо. Какая изящная работа. Мне нравится. Это тоже для вас, заверните это. О, Томми, я не могу это принять. Все в порядке, тетя Сьюзен. Мистер и миссис Крюикшанс – хорошие люди. Они всегда покупают что-нибудь. Картофель, рис. Видите, Чин-Чин говорит, что все в порядке. Нет, Чин-Чин это тоже не нужно. Ладно, но вы делаете глупость. Ну, куда теперь пойдем? Обратно на корабль? Она опять ошиблась, правда? Скажи ты, мы пойдем на выставку. На какую еще выставку? Прекрасную, восхитительную выставку. Войдите. Мама! Ричард! Зачем ты меня вызвала? Где Сьюзен? Она не заболела? Пойдите на палубу и позовите мисс Паркер. Нет, Ричард, она не заболела. Тогда зачем ты меня вызвала? В конце концов, это не дешевая поездка. Я знаю, дорогой, но ситуация такова, что мне одной не справиться. Что ты имеешь в виду? Зачем такая срочность? Ты когда не слышал о человеке по имени Томми Рэндалл? Рэндалл? Что-то знакомое. Наверное, слышал. О нем столько сплетен в прессе. Ну и что с ним? Он на корабле. Да, ну и как это связано с Сьюзен? Ричард, твоя мама женщина, понимаешь, что она хочет сказать? И что она хочет сказать? Господи, мама, ради бога, не томи. Мне кажется, между ними что-то есть. Что именно? Я прилетел сюда, чтобы ты сказала мне, что у Сьюзен небольшая интрижка на корабле? Может, это и не опасно, но я должна предупредить тебя. В конце концов, Сьюзен упрямая девушка. Но это мы узнаем после свадьбы. Вот увидишь, что будет, когда она узнает, что я новый помощник управляющего в Бангкоке. Джордж Брэдли меня повысил, когда узнал, что я собираюсь жениться. Подумать только, мой мальчик, помощник управляющего. А ведь только вчера ты научился ходить. Это еще раз доказывает то, что кто много работает, способен... Войдите. Мне очень жаль, но мисс Паркер сошла на берег. На берег? Да. Спасибо. Вот видишь? Она сейчас с Рэндаллом. Я правильно сделал, вызвала тебя. Материнский инстинкт никогда не подводит. И что же теперь делать? Сначала ты должен найти ее. Ух ты, смотрите, китайский театр. Этот Ли Зи Мун часто выступает на Бродвее. Хорошо, хорошо, хорошо. Дамы и господа, один из наших молодых актеров сейчас пародирует Бина Кросби. Я знаю эту песню. Она была у Сан-Ло на пластинках. Я знаю много песен. Ha ha ha!
light, all light, all light. 家下呢，无论边位喺外边可以上嚟堂上堂上书表演打赏10元，有边个上嚟呢？ Он хочет, чтобы кто-нибудь из зала попробовал что-нибудь пародировать. Говорит, что за это есть приз в 10 юаней. Ты куда? Когда я заработаю 10 юаней, я смогу купить подарок для вас и для дяди Томми. Чин-чин, не надо. Все будет в порядке. Привет. Что я могу сделать для вас? Вы можете дать мне 10 юаней. Ты хочешь спеть? Я спою, если вы не будете шуметь своим гонгом. Вы знаете, поэтому тот джентльмен и ушел, наверное. Ты знаешь американские песни? Да. Она называется «Ты должен улыбаться». Хорошо, маэстро. Сыграйте нам «Ты должен улыбаться». Forsake you, don't ever let it make you sigh. Keep shooting high. Be a crooner, not a roller, never kick. Here's a spelling lesson that will do the trick. You've got to F-M-I-L-E to be H-A-D-O-B-Y. Keep it in mind when you're blue. It's easy to spell and just as easy to do. Got the F-M-I-L-E. It's for my help consider Bruce, please. Just keep your chin up and give it a try. And you'll find silver lined clouds in the sky. You've got the F-M-I-L-E. To be H-A-P-P-Y. Дамы и господа, а теперь я исполню эту песенку, как ее бы исполнили Эл Джонсон и Эдди Кантер. И напоследок, как сладкая парочка Джинджер Роджерс и Фред Астер. Simply gotta F-M-I-L-E. Cause potatoes are cheap for you, see. I won't spend a nickel, I won't spend a sou. I just wanna spend 1 hour with you. F-M-I-L-E. Parker Carcass with Ida. Фредди! Да, мне кажется, я чувствую дух старины Уолтера Райли. Подожди здесь, дорогая, я вернусь за тобой. Привет, дядя Томми, привет, тетя Сьюзи. Я думаю, вам лучше ее поставить. Но там еще есть лужи. Много луж. Ричард, вот это сюрприз. Точно, и для меня тоже. О, Томми, мистер Рэндалл, это мистер Хоуп. Даже не думала, что увижу тебя здесь.
Да, думаю, что ты удивлена. А вы не удивлены? Нет, я его вызвал специально. Удивительно, я люблю неожиданности, но они редко со мной случаются. Сьюзан, я думаю, твои друзья простят нас. Простите, я должна уйти. Будьте внимательнее с ней, все будет в порядке. Простите, если что-то не так. Да нет, все нормально. Пока, Чин-Чин. Пока. Она тебе нравится, правда? Можно и так сказать. Я не понимаю, какое удовольствие гулять с этим мистер Хоупом? Боюсь, дело не в удовольствии. Ну ладно, пойдем повеселимся. Покажите мне, пожалуйста, кусок хорошей ткани. Сюда, пожалуйста. Как насчет этого, сэр? Нет, покажите вот этот. Неплохо. Какой милый щеночек. Ты прямо как Вайфи. Спасибо, сэр. Пошли, Чин-Чин. Он пошел туда. Спасибо. Ну, хорошо, Чин-Чин, куда теперь отправимся? Эй, ты откуда взялся? Чин-Чин! Чин-Чин! Нет, нет, подождите, это ошибка. Послушайте, будьте разумны. Чин-Чин! Вот ты где, дорогая. Говорят по-китайски. Позвольте, позвольте мне все объяснить. Если бы желания отпирали все двери, тогда бы не было заключенных. Так говорит Сан-Ло. Старый добрый Сан-Ло. Жаль, что его нет с нами. Все это было, конечно, весело, но будет не до веселья, если мы опоздаем на пароход. Спорим, что капитан, наверное, вне себя от ярости. Тогда он уже был бы здесь. Нужно убираться отсюда. Хорошо. Я думаю, мы должны начать бунт. Эй, парни, кто-нибудь из вас хочет вообще отсюда сбежать? Я хочу сказать... Ну-ка, скажи им. Скажи им о большой прекрасной свободе. Не хотят ли они снова получить ее? Говорит по-китайски. Ну и что? Они говорят, что им это неинтересно, им здесь нравится. Но это абсурд. Где их воля? Скажи им, они мужики или крысы? Они крысы. Хорошо, мне очень жаль за это досадное недоразумение, капитан. Да, я вижу, сынок. Я был весьма снисходительным к вам. Но всему есть границы, вы переступили черту. Если бы здесь не было ребенка, я бы за вами не пришел. Что-нибудь известно о Чин-Чин? Я сожалею, мадам. Ой, я никогда бы не оставил ее с ним. Этого следовало ожидать. Это очень безответственно, болтаться с маленьким ребенком по такому городу, как Гонконг. Наверное, что-то случилось. Мы так соскучились по тебе, дорогой. Надеюсь, ты очень хорошо проводил здесь время. Мы боялись тебя не найти, Томми. Это была отличная вечеринка. Одна проблема только, ты можешь заплатить за меня? Только не говори, что тебя опять ограбили. Подчистую. Мисс Паркер, пойди сюда.
Уже лучше. 9-2-11-4-3-7. Он думал, что у меня нет карт, а я побил его туз. Ты видел его лицо? Оно было красным. А в Бангкоке играют бридж? Да, в городской бридж. Мы называем его бридж-спортом. Нет, тебе действительно повезло. Познакомишься с нашими ребятами. На прошлой неделе Брэдли мне так и сказал. Зови меня просто Дик. И еще он сказал, я уверен, что ты познакомишь меня со своей девушкой. Так что тебя уже ждут. Да, я знаю, ждут. Расскажи ей о доме, Ричард. Ах, да. Но только на словах он не так хорош, как в реальности. Все абсолютно современно. Большой туалет. Полностью оборудованная прачечная. Все так же, как в любом пригороде в Штатах. И очень просторно. Посмотри. Вот такой формы. Здесь наша комната. Здесь комната мамы. Мамы? Да. Как думаешь? Ей же лучше было бы жить здесь. Но тут я не знаю. Бангкок весьма романтичный город, не так ли? Да, там много храмов и других красивых мест. Но в нашей колонии этого нет. У нас своя маленькая община, и мы чувствуем себя прекрасно. Играем в бридж и теннис. Я уже всех знаю наизусть. Можно заранее подсказать каждый удар. Это должно быть интересно. Сьюзан. Тебе же нужно спать, и твоим куклам тоже. Куклы спят. Закрой глаза и протяни руку. У меня есть для тебя сюрприз. Так. Сьюзан, где ты это взяла? У дяди Томми. У кого? Вообще-то я просил его не покупать это. Смотри, он мне тоже купил браслет. Интересно, сколько? $300. Я видела ценник. $300? Он бы не купил тебя, если бы ты не попросила. Я не думаю, что должна отчиться перед вами. Ты же вернешь ему, не так ли? Конечно. Я же просила мистера Рэндалла не покупать это. А я должна свой браслет тоже отдать? Нет, дорогая. Может, ты пойдешь и поспишь? Или поиграешь? Может, он подразумевал это как свадебный подарок? В конце концов, ничего же не случится, если ты оставишь это себе. Это же довольно ценная вещь. Мальчик мой, ты действительно счастлив с этой девушкой? Я удивлена. Конечно, мама. Почему ты так говоришь? Ну, я не знаю. Сьюзан, кажется, очень изменилась за последнее время. Все будет в порядке после свадьбы. Хорошо, самое время для перемирия. Я ужасно себя чувствую, Сьюзан. Конечно, это очень мило, но я не могу принять это. Забери свои безделушки, это хотеть сказать. Послушайте, Сьюзан, я думаю, вы очень... Что, разве все было так плохо? Я вам больше не нравлюсь? Это не имеет отношения к этому. Так значит, все хорошо? Так себе. Помните, вы говорили мне, выше нос и все будет в порядке. Как там твой учитель говорит? Даже сильный человек не в силах поднять тяжелое сердце. Почему ваше сердце тяжелое? Ты знаешь этого мистера Хоупа? В общем, Сьюзан выходит за него замуж. А миссис Хоуп будет ее свекровь. Видимо, за ней она тоже будет ухаживать. Нет, нет, ни у кого не должно быть такой свекрови. А вот вы где, юная леди. Мне нужно поговорить с вами. У меня есть для вас небольшой сюрприз. Как и орешек для белки. Неожиданность вознаграждает того, кто ее ждет. Умница, дорогая. Ты сходишь на берег в Сингапуре. Что? Идите в каюту и приготовьтесь. Когда вы будете готовы, я скажу вам остальное. Удивите дяди Томми тоже, чтобы он почувствовал себя получше. Потому что он был... Где вы были? В конуре. С мистером Ву. Так что все это значит? Я только что получил радиограмму из Шанхая. Опекуны Барбары Стюарт убиты. Просьба передать ребенка в Сингапуре американскому консулу, который возвратит ее в Шанхай. Ну и что консул будет с ней делать? В Шанхае есть интернат для девочек. Вероятно, ее поселят туда. Интернат для девочек? Вы хотите сказать, что она будет носить униформу и косички? Да никогда в жизни. Я знаю, старик, но боюсь, это все, что мы можем сделать для нее.
Капитан, подождите минуточку. Может, это покажется сумасшествием, но почему я не могу взять ее с собой? Видишь ли, сынок, ты холостяк, абсолютный холостяк. Ни один в суд мире не отдаст тебе ребенка. А если я женюсь, тогда, я думаю, проблем не будет. Это серьезный шаг. Я не думаю, старик, что тебе нужны такие проблемы, да и времени у тебя нет. Простите, вы не видели Чин-Чин? Да. Вы знаете, где она? Да. Хорошо, может, вы мне скажете, где она? Она внизу, пакует чемоданы, чтобы сойти на следующей остановке. Они хотят отдать ее в интернат для девочек, где она будет ходить по струнке и есть свою кашу каждый день. О, Томми, слезами, говорю, не поможешь. Но что-то можно ведь сделать. Такого не должно случиться с Чин-Чин. Я не знаю. Минуточку. Вы собираетесь выйти замуж за эту выскочку? Прошу прощения. Простите, я случайно. Я хочу удочерить Чин-Чин, но я не женат. Вы же собираетесь пожениться. Ричард мог бы... Нет, он не согласится. Вы что, хотите, чтобы она попала в детский дом? Нет, конечно. Хорошо, послушайте. Я хочу знать, что станет с этим ребенком. Звучит невероятно, но это так. Возьмите ее. Я буду платить за ее воспитание до тех пор, пока не смогу забрать ее. Это произойдет быстро. Я вернусь в Штаты, женюсь и заберу ее. Ну что вы думаете? Это будет недолго. В это трудно поверить, но есть несколько девушек в Америке, желающих выйти за меня. По крайней мере, так было. Я не ради себя, это только ради Чин-Чин. Хорошо, я возьму ее. Я знал, что вы согласитесь. Можно с тобой поговорить, Сьюзан? Простите меня, конечно. Сьюзан, я хотела сказать, что мне ужасно жаль, если я обидела вас, когда сказала о том ожерелье. Иногда я раздражаюсь по пустякам. Глупо, правда? Да, я тоже была не в себе, простите. Тем лучше. Тогда все в порядке теперь. Тогда все мы здесь, трое счастливых Хоупов. Раз, два, три, и мы идем только вперед. Мама немного всплакнула, когда вы поссорились. Она думала, что ты не захочешь, чтобы она жила с нами. Почему же она так сказала? Я не знаю. Но я сказал ей, что мы не сможем без нее обойтись, не так ли, мама? Дорогой Тони, да я так и подумать даже не могла. Это было бы ужасно, дорогая Сьюзан. Небеса хранят нас от невзгод. Под небесами я подразумеваю свекровь. Точно вам говорю, я была однажды замужем и знаю об этом все. Мать мистера Хоупа тоже не была ангелом, но вы знаете, это любовь. Мы знаем, не правда ли? Ричард, да? Есть одна просьба. Видишь ли, я хочу опекать Чин-Чин, когда мы поженимся. Что? Ты что, не слышал о подобных вещах? Но они поместят ее в интернат. Но эти заведения для того и создаются. Но, Ричард, пожалуйста. Я уверена, что Ричард не хочет начинать семейную жизнь с полной семьи. Особенно с ребенком, которого зовут Чин-Чин. Но это будет недолго, только до возвращения мистера Рэндалла. Рэндалл? А ему еще что нужно? Ну, видишь ли, он хочет оформить опекунство над ней. Он хочет забрать ее, как только сможет. Когда он вернется в штат, он договорится об этом. Почему я должен помогать этому Рэндаллу? Действительно, почему? Это не для него, а для девочки. Подумайте о ее будущем. Не решайте судьбы чужих людей, моя дорогая. Забудьте об этом ребенке. Вы не были нужны ей до вашей встречи. Без вас она обойдется и после. Выкиньте ее из своей памяти. Простите, но разве это не должны решать только я и Ричард? В конце концов, это касается только нас. Что касается Ричарда, то касается и меня. Я думаю, мама права, Сьюзан. Ты так думаешь? Да. Значит, ты считаешь, что твоя мать права, а я нет. Ну да, то есть я считаю, что ты ошибаешься. Так вот, что я думаю. Я думаю, что ошиблась, только относительно нас с тобой. Но, Сьюзан, брак только для двоих. Ричард, она вернется. Подожди немного. Мужчина должен уметь ждать, иначе он слабак. Сингапур. Чин-Чин. Чин-Чин. Прощай, дядя Томми. Капитан сказал, что я должна сойти на берег. Нет, ты никуда не пойдешь. Вы рассказали, что ее может взять женатый человек. И вот она здесь. Дорогая. Разве я не должна сойти на берег? Уже нет. Скажи ей, Сьюзан. Мисс Паркер хочет забрать Чин-Чин, но я уже не собираюсь замуж. Что? Но вы же сказали... Нам пора, дорогая. Одну минуту. Послушай, я не прощаюсь. Я за тобой вернусь очень-очень скоро. Ты не должна плакать, так ведь? Нет, дядя Томми, но помните. Одна...
Одна минута ожидания. Столетие для обнадеженных. Я запомню, Чин-Чин. Прощай, солнышко. Если вы вернетесь, то не забудете навестить меня, правда? Я буду жить в сиротском приюте в Шанхае. Конечно, мы непременно найдем тебя. Конечно, найдем. Может, мы еще раз так же весело проведем время, как раньше? Я даже согласна еще раз сесть в тюрьму. Конечно, дорогая. Ну что ж, теперь мне, наверное, лучше идти, прежде чем я действительно расплачусь. До свидания. Мы не можем этого допустить. Послушайте, Сьюзен, у меня есть идея. Только не говорите «нет», пока не дослушаете меня. Я знаю, что вы думаете обо мне, но сейчас это не имеет значения. Выходите за меня. Поймите меня правильно. Я не хочу заставлять вас терпеть меня. Все будет только на бумаге. Мы скоро приедем в Сан-Франциско, и там вы сможете развестись. Мои адвокаты об этом позаботятся. Мне жаль, что так получилось. Ради Чин-Чин. Это единственный способ. Вы действительно сделали бы это ради нее. Я готов сделать для нее все, что в моих силах. Я бы тоже. Так вы согласны? Да. Эй, верните ее. Что случилось? Мы женимся, мы забираем ее. Давай, Чин-Чин, дорогуша. Поднимайся на борт снова. С ума с ними сойдешь. Итак, Сьюзен Паркер и Томас Рэндалл, согласны ли вы заключить священный союз и засвидетельствовать это перед всеми находящимися здесь людьми, а также свидетельствовать это перед любыми другими людьми, получая кольца и соединяя ваши руки? Я объявляю вас мужем и женой. Аминь. Будьте счастливы, мои дорогие. Удачи, мой мальчик. Спасибо. Дважды благословлен тот, кто благословляет двоих. Поздравляю вас, мистер Рэндалл. Счастлив за вас, мистер Рэндалл. Спасибо. Поддержка моряков также важна, как и муниципалитета. Теперь остались формальности с документами для ребенка. Мой адвокат все уладит. Сьюзен, зачем ты это сделала? Молодой человек, вы говорите с моей женой. Ричард, дорогой, но ты же мне сказала ждать. Вы правда теперь мои родители? Лучшие, каких можно найти? Сан-Ло говорит, что ребенок без родителей похож на корабль без руля. Сан-Ло когда-нибудь говорил о том, что пора идти спать? О, да. Он говорит, что ночь без сновидений дается детям для их невинности, а старикам для их мудрости. Хорошо, пусть так и будет. Так много впечатлений перед сном, но я попытаюсь уснуть. Спокойной ночи, сладкая. Спокойной ночи, дядя Томми. Спокойной ночи, дорогая. Но я больше тебе не дядя. А кто же вы тогда? Разве ничего не догадалась? Я знаю. Ты мой папа теперь. Спокойной ночи, папа. Спокойной ночи, сладкая. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ну, вот хорошо. Стюарт перенес ваши вещи. Он сказал, что мисс Хоуп чуть не покусала его. Я... Говорите, лучше вы. Хорошо. Я просто хотел сказать, что если нужно что-то сделать, чтобы разрядить ситуацию, я готов. Люди будут обсуждать наш поступок. Ну да, конечно. Обещаю хранить молчание. Не знаю, как вас благодарить. Я буду стараться облегчить ваши заботы настолько, насколько возможно. Я уже телеграфировал адвокатам сегодня вечером. Вы можете пойти в Рено, как только мы причалим к берегу. Вы очень предусмотрительны. Совсем нет, но вам понравится Рено, это очаровательное место. Свежий воздух, поездки верхом, много приятных, веселых людей. Вот адрес. Спасибо. Вы действительно чудесная женщина. Я думаю, вы знаете это. Хорошо, но сейчас я не чувствую себя настолько чудесной. Да, я тоже себя таким не чувствую. Спокойной ночи, Сьюзен. Спокойной ночи, Томми. Я...
Прошу прощения, сэр, куда мне положить вашу пижаму сегодня вечером? Туда, где ты оставлял ее вчера. Мне так жаль, сэр, очень жаль. Войдите. Сьюзен, почему ты не предупредила меня об этом? Ну, в общем, у меня не было времени, и потом было слишком поздно. Хорошо, а что тут смешного? А я не смеюсь. Хорошо, объясни мне одну вещь. Ты его любишь? Ну? Нет. Но если бы так и было, то какая разница? Нет, разница есть. Послушай, я, конечно, слюнтяй. Теперь я это понимаю. Я просто не понял, что мама хотела сказать. Ты можешь выбирать, но я хочу, чтобы ты дала мне шанс. Нет, Ричард, это не сработает, ты сам понимаешь. Пожалуйста, Сьюзен. Да нет, правда, на самом деле. Я сейчас совсем запутаюсь, я не знаю, что говорить. Я буду преследовать тебя, пока ты не скажешь «да». Нет, Ричард, не стоит. Тогда тебе лучше запереть дверь. Подожди здесь, я пойду в зал. Миссис Рэндалл? Да. Вы не должны волноваться, когда вас вызовут. Я поставил вас в начале списка. Пока подождите здесь. Это так любезно с вашей стороны, господин судья. Это мой первый развод. Я немного нервничаю. Сначала немного странно, но ко всему люди привыкают. Как к простуде. Войдите. Проходите, пожалуйста. Сьюзен! О, дорогая, я так рада видеть тебя. Вот это сюрприз. Но я не понимаю. Видишь ли, я подумал, может, и мне придется разводиться когда-нибудь. Так что мне стало интересно, как это происходит. Судья Бут, это мистер Рэндалл. Муж, насколько я вижу. Да, это моя дочь. Ваша дочь? Да, приемная. Как поживаете, молодая леди? Спасибо, хорошо. Лучше приветствовать тех, кого вы любите в здравии, чем в болезни. Интересно. Похоже на китайскую пословицу. Да, судья, это ничто по сравнению с тем, что она знает. Так, так, ну-ка иди сюда, поговорим. Я пробовал удержаться, но не смог. Я должен был увидеть тебя снова. Давай пообщаемся в другой комнате. Пожалуйста.
Прошу прощения, мы вас покинем на несколько минут. Это необходимо? Мы что, должны на какое-то время остаться наедине? Это стандартная процедура. Ты отлично выглядишь. Я уже не пил 6 недель. Это замечательно. Нет, это ужасно. Однако я пережил это, и это показывает влияние хорошей женщины на меня. О, правда? А кто она? Чин-чин. Я же сказал, что сделаю все, что от меня зависит ради нее. Вы сдержали обещание. Думаю, вы меня не узнали бы. Теперь я совсем изменился. По крайней мере, это высшая ступень моей эволюции. Я очень довольна. Вы знаете, вы были правы, Рено. Это замечательное место. Сьюзен, дорогая. Томми, пожалуйста. Мы не можем довести это до конца. Ричард хочет жениться на мне. Он собирается забрать меня на восток. Понятно. Я догадываюсь, что ты имеешь в виду. Я прав? Прости. Все, что мне остается сказать. Всем встать. Слушайте, слушайте, слушайте. Окружной суд Вашо, штат Невада, начинает свое заседание. Председательствует достопочтенный судья Бут. Пожалуйста, прошу садиться. Слушается дело Рэндалла против Рэндалл. Свидетели истца? Протестую. Случай неоспорим. В таком случае суд хотел бы вызвать собственного свидетеля. Но случай неоспорим. Я сказал, суд вызывает собственного свидетеля. Мисс Барбара Рэндалл. Но мы не хотим ее впутывать в это. Свидетель, пожалуйста, встаньте. Ответчик, пожалуйста, сядьте. Пожалуйста, поднимите правую руку. Я думаю, можно обойтись и без присяги. Да, Ваша честь. Так, мисс Рэндалл, вы можете называть меня Чин-Чин. Спасибо. Итак, Чин-Чин, истец утверждает общую несовместимость. Замечали ли вы подобные условия между сторонами в этом случае? Насколько мне известно, стороны имели только очень гармоничные, сердечные и дружественные чувства друг к другу. Но, Ваша честь, одна из сторон — это я. Кто вы, молодой человек? Как же, я сторона относительно истца. Отношения? Замужней женщины? Суд не принимает во внимание подобные отношения. Итак, Чин-Чин, наблюдали ли вы действия у какой-нибудь из сторон, которые бы послужили поводом для развода? Нет, совершенно ничего, что могло бы нарушить семейное положение сторон. Протестую, Ваша честь, ребенок не понимает, что говорит. Да, сейчас ее слово. Скажите суду. Если бы эти стороны, взрослые люди, являлись детьми, они бы признали, что они влюблены друг в друга. Утверждение о жалобах, поскольку это относится к... Супружеству. А? Супружеству. О, да. И поскольку это относится к макаронам... Макаронам? Видите, Ваша честь, совершенно очевидно, что ребенок специально был подготовлен. Совсем нет. Я просто забыл, что судья посоветовал мне сказать. Вы хотите таким образом сказать, что она лжет? Совещание перед судом подразумевает это. У вас есть свидетели, чтобы опровергнуть эти показания. Вы можете подтвердить, что ребенок лгал? Почему? Нет, конечно нет. Таким образом, вы признаете, что любите госпожу Рэндалл. Она знает, что это так. А вы, миссис Рэндалл, можете опровергнуть показания ребенка? Нет, конечно нет. Другими словами, вы любите своего мужа? Да, люблю. Тогда что значит вся эта ерунда? Развод отклонен. Забирайте своего ребенка и идите домой, где вам и полагается находиться. Ваша честь, а как же я? Мой вам совет, молодой человек, прекратите преследовать замужних женщин.
Ну, как мы сыграли? Держу пари на отлично. Судья, вы такой экстравагантный. Firemen have a paper bag. Just write love on the greeting tag. That's what I want for Christmas. It's a happy holiday. Every heart is light and gay. For Santa Claus, you're kind, I'm sure. To young and old, or rich and poor. Won't you please, for goodness sake, do away with tummy aches. Give out lots of lucky breaks. That's what I want for Christmas. Yes, that's what I want for Christmas. I don't want electric trains. $20